И мы продолжаем нашу цепную игру с Сириусом. Мы уже перешли на новый уровень. Так, мы в каком-то поселке уже более большом. Даже короче, я бы сказал. Ух ты. Их, как я понимаю, надо убить. Так, миссия называется «Пригородный Урсу». Поехали. Ух ты, патрончики. Плюс 100 патрончиков. Давай хп еще возьмем. Ух ты. Ух ты. Ух. О, вот это уже хорошее дело. Уйдите вы тут от меня. На, со всех сторон. Капец. Чтобы патроны были бы бесконечны. Странные какие-то собачки. Но лучше. Все что. Ух ты. Так, давайте тут. Поищем какие-то патроны. У меня почти не закончились уже. Так, тут вроде ничего нигде нету. Ух ты. 1000 сокровищ купил. Взял. Ух ты. Броня. Очень хорошо. Вот тут патроны еще. Так, брони уже 10. Отлично. Ну, уже можно и повоевать. Эти хп 157. В этих ящиках тоже прячется что-то. Ух ты! Жесть, чего себе. Опасно иногда такие ящики разбивать. Еще монетки. Что это значит? Это счетчик. Я не знаю. Ладно. Так, хорошо. Так, теперь мне куда идти надо? Все, понял. Ух ты. Раз стоит столько патронов, значит будет что-то серьезное. Со мной уже прощается. Ух ты. Неубиваемый.
Слушай, их много. Так, этих мы поубивали. Теперь мне уже как-то страшно. Опять повыходили. Лучше всего, мне так кажется, браться наверх и обстреливаться так, чем бегать и когда тебя обстреливают со всех сторон. Вроде всех убил. С этих роботов, чувствую, будет много. О, броня. Годится. Ну, вроде бы все. Ну, теперь туда пойти. Угу. Так, тут чувствую, будет еще хуже. Трое максимум. Ух ты! Отстань. Собачек-то. Нет, все. Да погоди ты, тут патроны есть. Тут что, хпшка есть? Сволочи-то, а. Нашли куда прятаться. Броня. Ну, вроде бы все. Дверь закрыта. А, вроде все. Нет, не все, монетки. Тысячу там монетки. Потом я тебе 7 выпаду. Нельзя запрыгнуть, ай. Печально. Так. Вроде бы все теперь. Это еще тут не был. Нехорошо, что не было. Так ничего нет. Ладно. Поехали. Вперед. Чувствую, будет что-то страшное. Новое оружие. Да, вот это монстры. Не вперед. Мне тут. Так, и чё? Ты как его убить-то? Да. Хорошо, мне потрепал жизнь.
Страшно. Откуда? На тебе. Все, жизни максимум, можно и дальше идти. Да ты что, недалеко? Я тут уже столько воюю. Сэм. Да. Да. Откуда у вас столько-то берется? Так красиво. Отлично. Супер. Это плохо. Ладно, жизни пока мне не надо. Откройте, пустите меня домой. Так. Дверь заперта. Сюда надо идти. Монетка. О, 5 жизней мне дали. Очень хорошо. Жалко, что после убийства этих монстров не дают какие-то копейки. Как это в других таких игр похожих. Убил монстра, бац, и копейку дали. Вот так просто-таки убиваешь монстра, он не очень интересно. Ты через это перепрыгнул, монстр. Да ё-моё, откуда у вас столько-то берется? И все. Надо подключиться. Твою ж маму.
Черт, отличился, называется. Фух, так. И что теперь? Броню. Сокровища. Так. Ну, ХП. Да, брать, не брать. Ладно. ХП. Сейчас начнется. О. Бесконечно, что ли? Лучше стоять тут, чтоб со всех сторон кто-то. Ты, как метеориты летят. Да. Прикольно. На тебе, сволочь. Ух ты, как ты быстро подошел ко мне. Близко, точнее. Дополнительная жесть. У меня уже 6 их. Вообще супер. Куда ж вас столько? Серьезно. Когда-то должны заканчиваться. А все появляется и появляется. Ой. Мне уже надоело, если честно. Туда-сюда ходить, монстр убивать. Да чё ж ты так быстро близко-то подошел? Нельзя так близко подходить, умрешь. У тебя тут все умирают, ну ладно. Чё уж. Ты чё, сволочь, подпрыгивает? Что же так могу? Ой, заканчивайте, ребята. Мне уже надоело. И патронов скоро не будет. Все? Все. На, где искать шамана? Шамана. Прикольная картинка. Вкус. Поехали.
Да, ну думаю, все на этом. Ну сколько очков мы набрали? Ну, все, думаю. Ну, нормально, думаю, за 19 мы справились. 48 тысяч очков. Так, ну все. Всем спасибо, подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока.